Здравствуйте, уважаемые, с вами я, Маклаксон, и добро пожаловать на видосик по игрушечке CS2, Counter-Strike 2. Да, ребят, все, она наконец-то официально вышла, CSGO у нас все, ушла в небытие. Ох, сколько же я в эту CSGO наиграл, да, ребята, тоже вот с одной стороны жалко, такая эпоха ушла. Но ничего, с другой стороны я рад, что застал официальный релиз второй КС-очки, ребят. Хоть что-то у нас из крупных игр в последнее время, так сказать, вышло официально. Так что да, ребят. Вот я хочу уже побегать сейчас, постреляться. Сыграть еще соревновательный режим. Записывал на свой канал уже пару видосиков. Возможно, кто-то из вас видел. Возможно, кто-то из вас, а точнее большинство, попали на это видео вовсе первый раз. Ребят, если вам понравится, с вас лайк, подписочка на канал. Ну что же, я еще даже не смотрел. Ага, мне тут... Что тут дали мне вообще? Не смотрел. Два предмета. Угу. Набор музыки от Valve. Counter-Strike Global Offensive. А, это, я так понимаю, типа для тех, кто играл, да, еще в CSGO. Тем подарили набор музыки. И медалька тоже за Global Offensive. Вот, типа с 2012 по 2023. Короче, все. Понятно. Ясно, ясно, ребята. Так. А какой у меня, какая у меня медаль сейчас отображается? А какая? А где? Кто? А у меня ничего, не, наверное, не отображается, да? Так, давайте что-нибудь поставим. Ну, это что сейчас ставить, да? Это сейчас все будут ставить, я думаю. Все, я понял. Ладно, пускай, конечно, новая музыка играет. Надо хоть маленько проникаться, слушать новую музычку. Это что? Ладно, давайте поставим новую медальку. Все-таки выглядит красиво. Ладно, как видите, у меня ничего нету. Ребята, путь в CS2 начинается. Давайте посмотрим. Итак, играть. Вот у нас теперь тут и соревновательный есть, и все есть. Так, а здесь что, я правильно понимаю? Вот есть премьер режим, да, с какими-то... с каким-то своим рейтингом, правильно? И есть соревновательный. Такой же, как был, правильно я понимаю? Или он как-то отличается? Вот я не знаю, ребят. Хрен его знает. Давайте сыграем соревновательный. Так, из карт я не знаю, вот... Из-за того, что я играл... Давайте я просто составлю по самому стандарту. База. Даст 2, Мираж. Все. Хочу сыграть соревновательный, так сказать, матч. Я же правильно понимаю, что тут точно так же звания будут, да? Правильно? Это же не могли убрать совсем. Надеюсь, что нет. Не оставили же они просто один чисто рейтинг. В общем, ладно, посмотрим. Давайте, находится игра. И начинаем. Итак, на втором досте у меня нашлась игра. Ох, сейчас что-то фризы небольшие подлагало. Так, все нормально. О, ребята, опять давно не играл. Не заходил. Ничего вообще никуда, ни туда, ни сюда. Сейчас буду, скорее всего, снова умирать. Надо снова... Маленько втянуться обратно в это все дело. Так, сенса вроде нормально. Кто-то умер. Да. Ой, мне показалось. Ах ты, сука. А я что, был не в броне? Почему я сдох? Ладно. Итак, мы начинаем за террористов. Хорошо. Хорошо. На что, блять, на что здесь голосовой? Я не понимаю. Ладно, хрен его знает. Так, это нехорошо.
Так, ну в принципе неплохо, ребят, зашли. Да ты чё, сука? Я вроде стоял, шил. Ладно, давайте, пацаны, тащите. Хорош, мужик. Они их уделали. Красавчики. Бля, нихуя. У нас чел четверых завалил в одиночку. Красавчик, чел, реально красавчик. Так, ну все, сейчас главное просто не лохануться люто и не... Не прибавить просто сейчас полный комплект брони и калаш против чуваков, у которых, скорее всего, эко. Так что все. Пацаны, давайте, нам сейчас с вами задача реально просто зайти и сделать это дерьмо. Так, нормально. Нормально, терпимо. Так, ну понятно, челик решил с этой пушечкой сыграть. Так, все, а, заходим, пацаны, чисто. Эй, клир, как говорится в простонародье. Ой, блядь, это чё, чувак с диглом, да? Опустим этот момент, что я сейчас какую-то хуйню выдал, просто вышел зачем-то, я не знаю. Я вообще пробежать хотел, ну, забыли. Блядь, этот чувак с одним глоком играет. Ебать, он что творит вообще? Он решил чисто всю игру с глоком вытащить или чё? Не, ну чувак красавчик, конечно, определенно. Так, не хочу идти лонг что-то я. Пацаны, давайте бомба на вас. Пойду-ка я постою в тоннельчике. Мало ли, кто там зайдет. А, ну и они тоже решили идти на Б. Ладно, хорошо. Хорошо, пацаны. Бля, кепочку замял. Так, ждем. Так, я понял. Стой, стой, блядь, чел, не надо. Ибо чё... Да, блядь. Господи, какой я конченый, а. Пацаны, пожалуйста, не это. Кто красавчик и кто шарит, блядь. Просто, если вам больно на это смотреть, пожалуйста, не смотрите. Просто я не играл очень давно, блядь, у меня уже это... У меня вот это вот... Нету, блядь, уже зарядки этой мотивации, ёпты. Чё, никто даже на миду не перестреливаться нынче. Чё, пацаны, пробьётесь, не? Почему никто не обходит? Алло, пацаны. Никто не хочет со спины там зайти, не знаю. Сука. Блять, чувака положили. Кар, да? Ну, бля, пацаны, я хуй знаю, что мне делать. Да, блядь! Нормально.
Нормально, ребят, нормально. Нормально, бля, прорвемся, я считаю. Чё, у меня нет денег. У пацанов тоже как-то не сладко. Я думаю, надо эко сделать. Надо сделать эко. Я, пожалуй, знаете, как сделаю? Может, хоть какую-то пользу я смогу принести. Вдруг зевсом кого завалю. Мало ли. Давай, иди. Да иди, чё ты встал? Ёб твою мать! Сука, дебил, блядь. Это просто охуенно. Ладно. Ладно. No, we're talking, now we fight. Let's go. Пошел нахер, блять, я тебя ждал, сука. Пацаны, выходим. Я на страже, ёпта. Чё, ВП там есть на машине, не? Кто нахуй? Пошел нахер, гондон, вы меня разозлили просто, блять. Сучки. Чё, блять, вот сто просто же кто-то в спину пойдет, а? Чё, крысы будут? Походу не будет. Братан, ты чё, блядь? О! Блядь, меня же с кресла нахуй подносит. Ты чё, сука? Пацаны, да, это было жестко. Это было жестко. Я хуй знает, блядь, коби, что ли? Я это хоть... Надеюсь, в команду написал. Филипп. Хули я на первом месте, вы мне скажите, я не играл в CS 100 лет. Пиздец. Я на последнем месте должен быть, алё, блядь. Давай, выходи, сука. Я тебя ищу. Свой... Да мне нет! Боже, какие они просто, я не могу, блядь. Ну вы посмотрите. Блядь, ну я не удивлен, что мы проиграем, сука. Тима дно какое-то. Ну я, блин, я не играл, у меня вообще нет вот сейчас вот это, у меня, даже уже сказать ничего не могу, у меня руки не наточены уже, понимаете? Потерял вот ухватку, так сказать. Не, ну мы точно просрем это, я так и не узнаю, есть ли тут звание, ну похер уже, в принципе, ладно, я не буду особо сейчас превоспринимать это, знаете, как-то все близко к сердцу. Нормально, законтролили. Давай, пацаны! Вали их нахуй толпой. Спасибо, что подвинули. Пизда. Кш-кш-кш. Пацаны, красавчики. А я еблан. Я еблан. Чё я сейчас сделал? Найс. Технический перерыв. У нас чувак либо вышел, либо вылетел. Найс. Короче, зашибись, пацаны. К нам никто так и не зашел. И в итоге мы... Теперь еще и в четвером. Ну ладно, в принципе, это чел. Ну хотя у нас вот что последнее место, что предпоследнее. Я не думаю, что от них какая-то особая польза была. Так что... Да тут, в принципе, от нас всех пятерых пользы это в целом никакой. Ну вот, блять. Вот нахуя? Вот встанет и стоит.
Слышу, как по миду идут. Слышу, как идут по миду. Пацаны, вы бы шорт смотрели. Чё, бля, долго еще будем халдить тут? Пиздец. Да, блядь. Ладно уже. Уже пофиг. Не знаю уже что. Давайте тоже СГ возьму, хули он ходит, убивается. Ну, бля, конечно, прицел есть еще, который зумит. Блять, еще бы с нее не убивать. Правда, я без брони как лох. А, похуй. Похуй, вообще похуй. Похуй, пацаны. Мне вот интересно, а вот в CSGO-то выпадали там кейсики различные, приколюхи такое. А здесь падает такое всякое? Чё нахуй? Это сейчас что было, блядь? Вы это видели? Это нормально? Он меня не должен был видеть. Вот когда я вставал, он уже забросил молотов. Он, по-моему, даже не появлялся больше. То есть его... Чё у меня по пингу? Пинг 60. Нормальный пинг. У меня герцовка нормальная на Моникс 44, блядь. Я увидел, для меня он просто вот так, пум, вышел на прифайре сразу в голову, блядь. Это что было вообще? О, бля, нихуя, чел, с АВП смог кого-то убить. Блядь, сори, грин. Братан, сори, что ослепил. Бля, тихо-тихо, пацаны. Бля, вот я хуй знает, спина-спина может быть или нет. Блять, сука, не дожал, прикиньте. Пиздец. Бля, слушайте, я хочу с АВП поиграть. Есть АВП у кого-нибудь? Не можем спокойно последний раунд проиграть. Блять, нахер я купил дикойку. Ладно. Короче, я единственный варик вижу с зеленым вместе ходить. И оранжевым. Они как-то вот еще, знаете, это... Буль-буль. Фига, смотрите, клево. Водичка, да, как раскачивается. Бля, бомба, бомба. Не-не-не, все-все-все, не идем туда. Оранж, возьми бомбу, брат. Блять, меня сейчас застрелят на... Ой, бля, это плохо. Это плохо. Бля. Да, бля, я знал, что меня завалят. Я как-то уже особо не напрягался тут. Понятно, блядь, 1 в 5. Ой, бля, 1 в 4 я был. 1 в 4 хули сделаешь тут. Вторая половина играет с спецназ. Чё, пацаны, будем это? Будем тащить. Камбэкать. Бля, ну камбэк займет много времени. Знаете, я бы уже не стал камбэкать, честно. Времечко поджимает, понимаете. Дел много. Так, так, так. Да ну, никого. Не верю. Бля, реально бы. Хо-хоу, бля. Егей, бля. Пиздец.
Нихуя, я повешал! Бля. А, бля, мне показалось, что я этого чела убил, который там был сбоку. Я не понял, я его убил или нет? По-моему, нет. Я просто в него попал. Просто звук был такой, типа... Такой... Бля, ну ладно, пофигу. Я хотя бы понял, что я чуть-чуть не разучился играть. Несмотря на то, что мы просрали. Но это неудивительно, пацаны. Если я, который за последние полтора месяца записал... Всего пару видосиков по этой игре. А до этого я вовсе не играл. Как бы. Сука. Нормально, нормально. Покоцал, покоцал маленько. Можно сейчас даже добить. Ща, они вылезут? Давай, бля, выходи, сука. Вы же знаете, что я тут. Блин. Черт. Не хватает. Вот сильно, знаете, далеко, мелко, блин. Руки, вот я говорю, руки вот. А им вообще не, уже не натренированный. Бля, пацаны, скоро конец игры. Можно я это эко сделаю? Я хочу маленько с АВП побегать. А, тем более, вон, тут, смотрите, что-то они как-то так себе, ребятки, выглядят. Нормально, нормально. Я пойду проверю, что тут на Б у нас. Как обстановочка. Ага, понял. Все понял. Всех заебашили. И сейчас еще этого заебашат. Волына есть хоть? Ебать! Вот это они бомбят. Ебать. Да, меня аж оглушило нахрен. Бля, давайте, пацаны. Ага. Давайте, говорю. Да. Ну, тут понятно уже, что у нас без шансов, так что... Шибко можно не расстраиваться. Говорю, с АВП охоту, блин, маленько хоть побег. Слушайте, я думаю, лонг. Go long, guys, как говорится. Знаете, я бы в микрофон поговорил, да что-то у меня на Кане работает, как в стандарте в CSGO работало, а тут я не понимаю. Бля, пизда. Ну-ка, давай. А чё в яму никто не прыгает? Бля, я думаю, они сейчас... Перетягиваться будут, не? Бля, зря я так сделал. О, блядь, думал. Биби, уже реально биби. Ой, блядь, дурак. Ну, реально дурак. А чё я? А я чё? А я ничего. Нормально, пацаны, и так справились. Блядь, нахуй АВП въебал, а? Я же хотел до конца игры с ней поиграть. Ай, ладно. Мы 4 раунда целых выиграли. Вот это мы красавчики. Нет, спасибо. Я хочу поиграть еще, может. Нахер мне сдаваться. Да у нас единогласно, собственно. Да вот именно, а че уже кипишевать? Это сейчас много времени займет. Сейчас нас быстренько, блядь, унизят, на колени поставят, так сказать. Да вы ёптву, блядь. Нихуя не фейкуют. Подождите, а нахера столько кидать и не выходить, я не понял. Они, блядь, всей командой, по-моему, кинули.
Тушенка, блядь. Давай, погнали, челик. Зеленый, сейчас мы с тобой их заебашим. Да иди нахуй. Похуй. Похуй на тебя, братан. Ой, бля. Не заметил, прикиньте. Не заметил. Да понятно, ребят, ладно. Я меткий глаз наивысший. О, смотрите, у меня 60% убийств в голову. Снайпер, но уже, так сказать, маленечко. Вот, да, видите, надо 10 матчей выиграть, чтобы получить звание. Ладно, ребят, буду иногда поигрывать, стараться. Как-нибудь калибровочку с вами пройдем. Слушайте, а что, не дают награды тут, да? А что так обидно? Обидно, слушайте. Где мои кейсики там? Туда-сюда там? Что-нибудь дать, не? Не? Ладно. Ну ладно, пацаны, короче. Поиграли уже в новую официальную версию. Теперь уже CS. КС-очки можно. Ну, можно ее уже просто назвать КС-очка. CSGO больше нет. Бля, это так странно воспринимается. В общем, ладно, ребят. Если вам видосик понравился и вы хотите видеть еще видосики по CS2, видеть матчмейкинги, калибровочку, возможно, возможно, напарников, то обязательно поддерживайте это видео лайком. Также оформляйте подписочку на канал, если вы у меня здесь впервые. Добро пожаловать. Можете чекнуть канал, там много прикольных игрушечек. И, в общем-то, что, ребята, с вами был я, Маклаксон. Огромное всем спасибо за просмотр. Большой удачи и хорошего настроения. И увидимся с вами в новых видео. Всем пока!